Печки топят, такой запах. Запах дыма. Ну, деревня есть, все-таки поселок, вернее, есть поселок, все по-другому. Здесь это даже не деревня, здесь так, дачные домики. Здесь вообще тишина, народ нигде не ходит. А Василий с Михалычем, они живут здесь, уже сколько времени живут. В город не хотят. Дети зовут, приезжайте, и место для вас в доме есть. Дом построили, приезжайте. Не, вот она все ругается, ругается с огородами, да, слышали? Куда столько, куда, а сама, как весна, так все, ее не вытащишь. Ни за что не вытащишь с этих огородов. И каждый раз ругается. Ой, работы много, всего полно. Молодцы, молодцы, вообще. Так, ну что, может мне еще попытаться все-таки секатор-то спросить. Еще тут у знакомых. Сейчас я пойду, зайду. Лехи с Зиной, может, у них есть. К речке не пойдем пока, друзья. Потом, если Дана приедет, будем везде гулять, шататься. К речке не пойдем. Так, ну ладно. В общем, Зинаида мне сказала тоже. Говорит, бери топорик. С секатором ты устанешь здесь работать. А кусты смородины, говорит, их надо вам выкорчевать. Лучше посадить свежие. Потому что, говорит, вот эти кусты, они у тебя уже плодоносить не будут. Она больная уже вся. Ну, я, может быть, так и думаю. У меня там свежие кусты посажены. Вот с этими кустами я, наверное, буду разбираться. Ну, зачем это все старье? Я вот так думаю. Малину я оставлю. А с этими кустами надо что-то делать. Коля приедет, и мы с ним тут ее, наверное, уберем. Потому что на ней ягод не было. Ладно, это так мои размышления. Я пошла искать топорик. Пойдемте искать топорик. А у меня вообще хоть сарайка-то закрыта. Ну-ка. Утром-то я ходила, этот секатор смотрела. Я его сейчас уберу обратно. Надо убрать обратно. Говорит, у меня есть секатор, я тебе дам. Но ты, говорит, устанешь им херачить этим секатором. Так. Я хожу тоже без, это, без того телефона. Ой. А, так я, наверное, нет, не закрыла. Так, топорик. Секатор-то мы вот сюда уберем. Топорик. Ну-ка. Вот такой топорик. Сейчас попробую я. Получится у меня что или нет. Ну-ка. Коля тут каким-то топориком-то работал. Сейчас. Наверное, видать. Вот так вот. Убираю, друзья, все лишнее я уберу. Вот на этих кустах старые эти ягоды, которые нам. Кусты не нужны. Так. Малина, она, смотрю, тоже, видите, гуляет. Тут я не знаю, какая ремонтантная, какая нет. Потому что Влад мне тоже все не мог сказать, какая из них какая. Но я видела, что какая-то плодоносила. Здесь-то вообще надо убрать под деревьями. Зачем она нужна? Видите? Вот. Так.
колючая. Зараза. Где бы я тут этим секатором бы ломала бы? Впиваются. Все надо расчистить. Все расчистить. Перчатки бы потолще одеть, конечно, надо. Ой. Мясо черное. У некоторых даже корни уже наверху все такие гнилые. С такими, знаете, называются эти набалдашники-то на них, как правильно называются, в которых какие-то насекомые живут. Потом, когда буду полностью этим все это изучать, буду знать все названия. Так, нос чешется. Господи. Она растет прямо на этих, на стволах. Она растет даже на стволе деревьев. Представляете, там вот ствол, это корень дерева, и она прям на нем. Тут все в корневищах. Канавы хочу там вырубить. Там малина не должна расти. Ей надо вот здесь вот рядочек, чтобы можно было с этой стороны собирать, да? И с этой стороны. Топору моему приходит трындец. Надо его было... Он так, конечно, сырой. Так. Ой. Так.
поколочу. Все гнилющее. Хоть ремонтантная, хоть какая, вся она расползается и растет. Так, этот оставлю кустик. Пускай будет. Так, дальше из сморода. Здесь вот этот уже плодоносил куст. Дед. Уютное чаепитие. Уютное лесорубие сегодня у нас. Сейчас попробую, возьму лопату. Если у меня получится, то это хорошо. А не получится, значит плохо. Значит, будем с Колей. Один такой кустик будет, да? С малиной. Там еще есть, по-моему, малина. Пусть он лучше будет один. Фу. Ну что, я за лопатой, друзья. Потом греблями буду убирать. Тяжела эта работа. Из болота тянуть бегемота. Второй кустик, да, вы у меня увидите или нет. Коля приедет, офигеет. Скажет, ты что здесь? С ума сошла? Вот они провалиться. Так.
здесь веревка что-то стянута. Короче, осталось 3 куста. Нет, 4. И там все буду убирать. Так, вот. Сейчас еще один подкопаю, друзья. Скажи, это тебе, блядь, не пельмени лепить. Так. А вот этот куст. Почему я не обрубаю? Легче тащить потом из земли. Смогу. Так. А не вытащить мне его. Одной не вытащить, друзья. С ума сойду тут я. Там, походу, такой корень огромный. Вот 2 вытащила, а больше мне не вытащить будет. Сука, а? Какая, блядь? Все.
Пойду я отдохну. Намою руки, они у меня все в этих в колючках. И буду дальше работать. Трындец. Просто трындец. Все.